это то, что меня несколько удивляет. Люди, которые на моем канале посмотрели видео, а их уже более 2020, и при этом спрашиваются о том, какую я там верю, во что там я верю. И я думаю, вот о вере я там написал. А потом оказывается, они посмотрели видео такое, знаете, супер-дупер уринотерапевт, и всем рекомендую только, значит, лечиться там мочой. Вот. И далее, что у меня там вера там совершенно там какая-то иная. То есть люди нафантазировали все это, повыдергивали с различных и моих видосов, и из других видосов, которых полным-полно на Ютубе, вообще в интернете. И подложив свой текст, они вот так вот меня преподнесли. Что касается урины, я сейчас хотел только делать видео на эту тему. И, кстати, вот смотрите, это моя книжечка. Я ее особо никому, будем говорить, не тычу. Вот смотри, вот книга. Вот только по ней надо заниматься и все. Есть такая книга, чтобы вы знали. Да, она есть, эта книга. И если бы, смотрите, я был бы, такой человек, который написал какую-то там бредятину, естественно, ее бы не издали, вот эту книжечку не издали на немецком языке. Кстати, я был на втором съезде уринотерапевта в Германии, и как раз эту книжечку издали к этому событию. То есть немцы тоже какие-то, глупые люди, что издают такие книги. Далее, на английском языке эта же книга, только послабее. Вот, то есть преподносят меня каким-то там извращенцам, причем в этом видео давят на брезгливость. И я по этому поводу, оказывается, делал видео, не столько вот ответ этим людям, которые это все сделали, а просто, значит, моча там прошлая, она так называлась, ссылочку я дам. Вот, вы можете посмотреть, кто стоял у истоков, сколько было ученых, что они делали и как они эту науку, значит, исследовали, развивали. Я лишь всего-навсего, будем говорить, ихний последователь, который вот по мере необходимости применял ее и применяю, если потребуется, к себе для того или иного. То есть, чтобы у вас можно, знаете, посмотреть такие хитрые фильмы, которые нарочно хотят того или иного человека, вот знаете, закопать, уничтожить, потому что этот человек там пересекся с своими интересами, с ихними интересами, поэтому его как конкурента надо уничтожать, чтобы вот это вот вы держали в своем уме, и то, что вам показали, знаете, заказной видос вот так вот, посадить, уничтожить, он тут иноверец, он тут, какая мерзость с мочой, там, с дерьмом, там, и вообще это какое-то такое-то. Непонятно, кто там среди людей. Слечились с тем, что я вам рассказываю, то, что идет от меня, то, что там не навыдергивано и вот так не состыковано. Вот это вот, чтобы вы включали свою собственную голову и различали, где, что и как.